27 марта по всей России отмечают День войск Национальной гвардии, праздник представителей силовой структуры, обеспечивающей общественную безопасность и порядок внутри страны. Сотрудников Росгвардии поздравил и глава региона Олег Николаев. На мероприятии сотрудникам Росгвардии выразили огромную благодарность. Они ежедневно охраняют около 8 тысяч объектов различной формы собственности. В 2022 году группы задержания Росгвардии выезжали более 7,5 тысяч раз по сигналу тревога. К административной ответственности привлечено свыше 2,5 тысяч правонарушителей и возбуждено свыше 50 уголовных дел. Выявлено 25 лиц, находившихся в розыске. Вы выполняете очень широкий спектр задач, которые направлены на то, чтобы обеспечить вот права и свободы каждого отдельного гражданина, так и суверенитет страны. И, конечно же, вот в этой большой палитре работы есть сегмент, который, в принципе, не заметен простому глазу. Особо отличившихся при выполнении своей работы на мероприятии наградили государственными наградами и почетными грамотами. Елена Алексеева, Алексей Зотиков, Павел Редков, Республика.